Так, раскидываю плечо. Захожу сразу в рынок. Так, быстрый выход части у нас где-то вот здесь. Ну, конечно, такой маловатый нож. Ну, то есть мало отсюда срубим. Ну, еще нормально, нормально. Так, тоже сразу закинусь. В хедж у нас 1762. Где-то здесь скинем это. Так, я прям в рынок кидаю по коте. По коте у нас 023 966. Это вот это скинем. Донабор позиций. У нас здесь донабора позиций нет, поскольку не вижу за что зацепиться. Есть пружиночка вот эта в 1% 0,954. Это вот это. То есть вот здесь еще доцепимся, если что. Так, ну суть какая? То есть. Вот этот коэффициент, который показывается, он показывает, насколько безоткатно движение ушло глубоко от того уровня, который был вложен за колот. Как-то так. Чем больше этот коэффициент, тем дальше мы убежали. То есть уже целевые, значит, достигнуты. Круглые значения, то есть если значение до единички, то это в любом случае дисбаланс важен. А если он показывает круглые значения, единичка, двойка, тройка, если это цифра, то это хорошо. То есть в районе цифр. То есть вот здесь 2, это лучше, чем 1,8. 1,8, значит, скорее всего, дойдет до 2 по АПЕ. Я в рынке, да, и по целевым тоже разбегусь. Это 0,6%. Меня вообще никак не хотят забирать. Так. Так, я вышел в рынок. Не понравилось мне, как долго это все делается. Это быстрый импульс сошел. Я сейчас большую часть позиции закрою. Так, две части оставлю, а здесь по сейву выйду. Так, по АПЕ. АПЕ сейчас идет за кольчик вниз какой-то. Я его здесь прикрою и здесь доберусь по лучшей цене. Попробуем еще раз забежать. Так, что-то у нас такое произошло. Короче, АПЕ пошел. АПЕ пошел. Так, здесь лимиточки убираю. АП3 у нас тоже закрыт. Давайте эти штуки закроем. Найдем там что-то новое, что можем поторговать. Так, мы если пошли, давайте на одно плечо наверх. Так, закрыл каву. Так, ну я эту, наверное, с убытком, что ли, закрою. И закроем эту сделку тоже 0,6. Ну вот KNC 0,3 закрыли. Я просто конец трансляции 19.55 сейчас пойдет вниз. Не хочу перетягивать эти сделки, сидеть.